Читает ученица 6 класса Сорокина София, Мукоу Сош, села Веселый Яр. Вера Сергеевна Будко. С чего начинается путь на вершину? С чего начинается путь на вершину? С семьи, где ребенок катает машину, где чинит отец телевизор для деда, где мама на стол собирает к обеду, где бабушка вяжет носочки из шерсти, где ценят друг друга и держатся вместе, где делая дело, на трудность не ропщут, где все, что досталось, становится общим, где честность не просто красивое слово, а важная вещь, отношение основа, где помнят о предках и ждут от потомков, чтоб имя родное прославили громко. Семья, если что-то случится, поможет. И нет ничего в этом мире дороже.